Здравствуйте! Приветствую вас на моем канале. Сегодня вы узнаете о том, как обработать капроновые колготки, чтобы они носились в 5 раз дольше. Каждая женщина мечтает о том, чтобы капроновые колготки не рвались. Но, к огромному сожалению, живут они недолго, и уже после 2-3 использования на них появляются стрелки и затяжки. Правда, существует один простой трюк, который поможет вам продлить срок службы капроновых колгот. Сегодня вы узнаете этот трюк. Все, что вам нужно сделать, это обработать колготки холодом, а именно заморозить их. Да, это звучит слегка безумно, но вам стоит испробовать этот способ. В следующий раз, купив новые колготки, намочите их немного и поместите в морозильную камеру. После полного замораживания достаньте их и разморозьте, и дайте подсохнуть. Сделав так, вы укрепите волокна капроновых колготок, и они прослужат вам в 5 раз дольше, чем обычно. Вам стоит всего лишь попробовать, и, убедившись в этом, поделитесь этой информацией с друзьями. Ну а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обновлений. Делитесь этим видео в соцсетях и добавляйте в плейлисты. До следующих встреч. Пока!